продолжаем тему фламенко. И сейчас будет фламенко нашего собственного домашнего исполнения. Танец называется «Румба». Но это не та румба, о которой многие из вас подумали. На самом деле существует огромное количество румб. Вот, и говорят, они все как-то взаимоотносятся друг с другом. Но это очень запутанная история. И разобраться сложно. Так вот, этот танец девушки танцуют уже не в первый раз. А у нас подобралась очень активная группа фламенко, которая у нас сама себе устраивает концерты. Вот последний концерт у нас, например, был в библиотеке имени Симонова. У нас девочки молодцы. Я думаю, что, наверное, среди присутствующих есть люди, которые даже участвовали в этом концерте, да? Да? Ну, значит, у девушек будет сейчас активная группа поддержки. Правда? Итак. Не, ну это не активная, да, девушка? Активная группа поддержки, она... Итак, перед вами сейчас выступит группа фламенко школы танцев «Амигос» с танцем «Румба» на сцене. Наталья Гончарова, Мария Голева, Наталья Макарова. Ну, можно еще раз группа поддержки. Ну, чача, Наташеньки, Наташеньки. Дедушка, подожди. Оксаночка, дедушка, подожди, не дари подарки. Дело в том, что у нас еще есть еще одна участница нашей группы фламенко, Наташа, которая на следующем концерте, она недавно к нам присоединилась, но в следующем концерте обязательно будет с девочками тоже участвовать. Поэтому подарки надо дарить четверым. Наташечка, давайте к нам, мы просто подарим подарок, это не больно. Давайте поаплодируем Наташе и подарим подарок. Три Наташи, да? Да. Три Наташи. Можно давайте, для Ксюши. А то у меня только для Наташи.
Так. Мучачас. Так, только Наташа. Наташа, бегите сюда. Держи, держи. Это Наташа. Так, давайте-ка. Ну, смотри. Следующая Наташа. Да. Еще Наташа. А вот теперь Наташа. Она сейчас скромная, стесняется. Держи. Ой, это девушки? Это на память. На долгую память. Там написано, так что не забудете. Понятно? Так, девочки, молодцы, спасибо. Молодцы. Так, там мы аплодируем. А сейчас я надеюсь, что у нас группа латины наша,